человек устает от чего бы то ни было, в том числе и от гаджетов. То есть, когда работая с гаджетом, ты двигаешься всего лишь одним пальчиком, это тоже надоедает людям. И есть потребность у людей что-то делать своими руками, при том, при всем, что они хотят иметь готовое решение. Человек всегда контактировал с деревом. Это нормально абсолютно, да, там с самых древних времен. Это просто заставляет людей ностальгировать. То есть можно было бы поставить сюда электродвигатель, можно было бы поставить какое-то там простенькое программное обеспечение, но это было бы уже не то. Не было бы вот этого колдовства, так называемого, которое есть в наших моделях.